Всем добрый день. Сейчас хотела вам немножечко показать рассаду такого замечательного ароматного растения, как экзакум. Вот здесь представлено два цвета, белый и синий. Легко отличить. У белого белый стволик, у синего синий стволик. Итак, рассада готова для продажи. Очень хорошо наросла. Были очень ранние посевы, я вам уже показывала, чуть не с сентября месяца, так как рассада экзакума достаточно долго развивается. Растение было сформировано. А что есть формирование растения, сейчас вам покажу. Здесь у меня сейчас стоят черенки, они уже укоренились, и можно показать, как формировать растение. Как вы видите, оно начало расти вверх, это вам не нужно. Просто на всю убираем макушку. Вот таким вот замечательным образом. Сейчас вот это все дело у нас, боковые отводы начнут у нас расти и раскушаться. Давайте я вам покажу примерно, как выглядит осадка. Вот такой вот у нас замечательный кустик. Как вы видите, пушистенький. Оставались у нас кусты из прошлого года. Мы из-под них, они вот цветут вовсю. Из-под них мы их, как говорится, реализуем, показываем всю красоту. Еще иногда называют, вот смотрите, какие кустики. Называют ее персидской фиалкой. Очень активно у нее, у этого растения, аромат. Сажаем на солнечное место. Отлично подходит для контейнерной посадки. Отлично и в грунту смотрится. Отлично отбивает бордюр. То есть это устойчивый шар, весь обильно цветущий, при этом у него нет волн, он цветет постоянно. Очень сильно ароматит, высотой 25-30 сантиметров. Самое главное не давать органике. Либо растение начинает вытягиваться, превращаться в 50-сантиметровый куст, который распадается. То есть нужно все-таки кормить удобрения специальными цветочными, растению специальными цветочными удобрениями. Ну, в принципе, еще что можно сказать, у нее очень красивый лощеный лист. Если, я надеюсь, видно на видео, что листочек, он прям блестит. При этом сейчас у нас солнышко идет на закат. Но все равно красота самого зелени тоже присутствует. То есть эстетика куста, конечно, очень привлекает. Вот такая рассадочка у меня в этом году будет. Как говорится, довела до ума. Всего доброго, подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного.